Здравствуйте, дорогие ребята! Тема нашего урока по биологии – наследственная информация и генетический код. Матричные реакции как основа передачи и реализации генетической информации в живом организме. Давайте разбираться. Сегодня на уроке мы узнаем, что такое ген, поймем, что представляет собой генетический код, рассмотрим, как же синтезируется белок в живом организме. Такие признаки живого, как самовоспроизведение, рост и развитие, наследственность и изменчивость, проявляются уже на молекулярно-генетическом уровне. Они связаны с определенными органическими веществами и с наследственной генетической программой организма. ДНК и гены. К началу 50-х годов в 20 веке ученые предположили, что основная функция генов заключается в определении структуры белков, в первую очередь белков-ферментов. Многочисленные исследования показали, что в основном превращение веществ в живых системах происходит под контролем ферментов. Поэтому учеными было выдвинуто предположение, которое можно сформулировать так: один ген, один белок-фермент. Лишь открытие двойной спирали молекулы ДНК позволило выяснить общие принципы процесса передачи генетической информации в живом. Носителями наследственной информации служат молекулы ДНК. В них хранится информация о строении, свойствах, функциях белков каждой клетки и организма в целом. Участок молекулы ДНК, содержащий информацию о структуре одной молекулы белка фермента, назвали геном, от греческого «генос» – род происхождения. Он является наследственным фактором любого живого тела природы. Генетический код. В белках встречаются 20 аминокислот, последовательность которых и определяет структуру и свойства белков. Информация о структуре белка должна быть записана в виде нуклеотидной последовательности на ДНК. Правила перевода последовательности нуклеотидов в нуклеиновой кислоте в аминокислотную последовательность белка называют генетическим кодом. От французского «код» – сборник условных сокращенных обозначений и названий. Генетический код был расшифрован в 60-х годах XX века в результате ряда экспериментов и математических расчетов. Молекула ДНК состоит из набора 4 нуклеотидов – аденин, тимин, урацил, ВРНК, гуанин и цитозин. Если каждой аминокислоте соответствовал бы лишь один нуклеотид, то закодировать можно было бы только 4 аминокислоты. Если предположить, что одна аминокислота кодируется сочетанием из 2 нуклеотидов, то в этом случае можно закодировать 16 аминокислот. Ученые предположили, что одна аминокислота должна кодироваться 3 нуклеотидами, то есть 64. Такого числа комбинаций более чем достаточно для кодирования 20 аминокислот. Кроме того, одной аминокислоте может соответствовать не одно, а несколько таких сочетаний. Генетический код обладает рядом свойств: триплетность, избыточность, непрерывность, однозначность, неперекрываемость и универсальность. Код триплетен. Каждой аминокислоте соответствует сочетание из 3 нуклеотидов. Всего таких сочетаний триплетов или кодонов 64. Из них 61 триплет смысловой,
то есть соответствует 20 аминокислотам. А три бессмысленные или стоп-кодоны, которые не соответствуют аминокислотам. Ими заполняются промежутки между генами. Код однозначен. Каждый триплет или кодон соответствует только одной аминокислоте. Код вырожден или избыточен. Имеются аминокислоты, которые кодируются более чем одним триплетом или кодоном. Чаще аминокислоты имеют 2-3 триплета или кодона. Код универсален. Все организмы имеют одинаковый генетический код. То есть одни и те же аминокислоты у разных организмов кодируются одинаковыми триплетами или кодонами. Код непрерывен. Внутри гена между триплетами или кодонами нет промежутков. Код не перекрываем. Конечный нуклеотид одного триплета или кодона не может служить началом другого. Российский ученый Николай Константинович Кольцов выдвинул теорию о том, что синтез белка идет по матричному принципу. То есть при наличии одной молекулы в качестве матрицы можно синтезировать множество других одинаковых молекул. Биосинтез белка является самым сложным из биосинтетических процессов. Он требует очень большого количества ферментов и других специфических макромолекул, общее количество которых, видимо, доходит до 300. Часть из них, к тому же, объединены в сложную трехмерную структуру рибосом. Но, несмотря на большую сложность, синтез протекает с чрезвычайно высокой скоростью. Десятки аминокислотных остатков в секунду. Процесс может замедляться и даже останавливаться ингибиторами, антибиотиками. Биосинтез белка осуществляется в несколько этапов – транскрипция и трансляция. Генетическая информация реализуется в живом, на молекулярно-генетическом уровне при синтезе ДНК и РНК, а на клеточном – при биосинтезе белка. Было установлено, что две цепи ДНК способны раскручиваться и служить матрицей, от латинского matrix – основа начала, для синтеза всех нуклеиновых кислот. На ней синтезируются все виды РНК, которые затем участвуют в биосинтезе белка. Все эти процессы биосинтеза носят название реакций матричного синтеза. Самоудвоение ДНК. Передача наследственной информации на молекулярном уровне происходит в процессе синтеза молекул ДНК. Матрицей для синтеза новой ДНК служит исходная молекула ДНК, которая самоудваивается. Процесс самоудвоения молекулы ДНК – редупликация, от латинского «редупликацио» – удвоение. Она обеспечивает точное копирование генетической информации. В основе реакции удвоения ДНК лежит принцип комплементарности – аденин комплементарен тимину, а в РНК – урацилу, а гуанин комплементарен цитозину. Каждая цепь молекулы ДНК содержит последовательность нуклеотидов в точности комплементарную последовательности нуклеотидов на другой цепи. Цепи одной молекулы ДНК разъединяются, и каждая из них служит матрицей для синтеза соответствующей недостающей цепи. Две новые молекулы ДНК содержат одну новую и одну исходную материнскую цепь ДНК. Таким образом, обе дочерние молекулы ДНК полностью похожи на исходную материнскую ДНК. Количество ДНК обозначается латинской буквой С. Перед
редупликацией оно равно 2С, а после в 2 раза больше, то есть 4С. Копирование ДНК происходит с высокой точностью. В среднем на каждый 1 000 000 000 комплементарных пар нуклеотидов, образующихся в ходе редупликации, приходится 1 ошибка. Эти ошибки устраняются особыми белками, распознающими и удаляющими неправильные нуклеотиды. Точность копирования обеспечивает правильность передачи наследственной информации. В результате этого процесса не только синтезируется новая молекула ДНК, но и передается генетическая информация о структуре белков, которая в ней заложена. Стойкость гена и возможность его воспроизведения обеспечивают непрерывность жизни и передачу наследственной информации из поколения в поколение. Первый этап биосинтеза белка начинается с синтеза информационной рибонуклеиновой кислоты. Он происходит в ядре. Синтез информационной РНК происходит следующим образом. Фермент полимераза расщепляет двойную цепочку ДНК, и на одной из ее цепей по принципу комплементарности выстраиваются нуклеотиды РНК. Когда фермент достигает конца копируемого участка информации, созданная рибонуклеиновая кислота отделяется от дезоксирибонуклеиновой кислоты. Синтезированная таким образом молекула информационной РНК является точной копией генетической информации, списанной с ДНК. Этот процесс называется транскрипция. Транскрипция – это первый этап биосинтеза белка. На этом этапе происходит списывание генетической информации путем создания информационной рибонуклеиновой кислоты. Образовавшаяся информационная кислота выходит в цитоплазму, и на один ее конец нанизываются малые субъединицы рибосом. Рибосома – это уникальный сборочный аппарат. Она скользит по информационной рибонуклеиновой кислоте, как по матрице, и в строгом соответствии с последовательностью расположения ее нуклеотидов выстраивает определенные аминокислоты в длинную полимерную цепь белка. Порядок аминокислот в этой цепи соответствует генетической информации, скопированной с участка дезоксирибонуклеиновой кислоты. Считывание информации с информационной рибонуклеиновой кислоты и создание при этом полимерной цепи белка называется трансляцией. Аминокислоты доставляются к рибосомам с помощью транспортных РНК, которые находятся в цитоплазме в свободном состоянии. Аминокислот в клетке много, и они обеспечивают создание полимерной молекулы белка. Для каждой аминокислоты нужна своя транспортная рибонуклеиновая кислота. Транспортными РНК являются небольшие молекулы, состоящие из 73-93 нуклеотидов. Молекула транспортной РНК имеет вид клеверного листа. Между азотистыми основаниями в ее молекуле образуются водородные связи, которые и обеспечивают ей такую форму. У всех транспортных РНК есть участок, который представлен сочетанием 3 нуклеотидов. Он называется триплетным кодоном. Аминокислота, входящая в белок, тоже закодирована определенным сочетанием 3 нуклеотидов, по которым они и находят друг друга. Синтез белка идет интенсивно. Так, синтез одной молекулы белка длится 3-4 минуты. За 1 минуту образуется до 60 000 пептидных связей.
Половина белков тела человека обновляется за 80 дней. А за свою жизнь человек обновляет весь белок около 200 раз. Схематически процесс синтеза белка можно представить так. ДНК, информационная РНК, белок. Однако эта схема отражает биосинтез белка только приблизительно. Для закрепления материала давайте посмотрим видеофрагмент. План построения белка закодирован в последовательности нуклеотидов ДНК. ДНК находится в ядре клетки и непосредственного участия в синтезе белковых молекул, которые происходят в цитоплазме клеток, не принимает. Следовательно, для передачи генетической информации от ДНК к месту синтеза белка требуется посредник. Таким посредником является информационная РНК. Информационная РНК синтезируется на одной из цепей молекулы ДНК. Процесс получил название транскрипции или переписывания. Транскрипция происходит на небольшом участке молекулы ДНК. Часть двойной спирали ДНК временно раскручивается, и вдоль одной из ее цепей движется специальный фермент. Он подбирает по принципу комплементарности свободные нуклеотиды РНК из ядерного сока, соответствующие нуклеотидам ДНК. Так, если в молекуле ДНК имеется азотистое основание гуанин, то в молекулу РНК встроится цитозин и наоборот. Если в ДНК стоит нуклеотид аденин, то в РНК будет стоять урацил, который входит в состав РНК вместо тимина. А тимину молекулы ДНК будет соответствовать аденин информационной РНК. В результате транскрипции образуется информационная РНК, последовательность нуклеотидов, которая является точной копией последовательности нуклеотидов ДНК. Когда фермент достигнет конца копируемого участка ДНК, созданная информационная РНК отделяется от ДНК и выходит из ядра в цитоплазму через поры в ядерной оболочке, и далее участвуют в непосредственной сборке белковой молекулы. В цитоплазме клеток на рибосомах происходит последний этап синтеза белка – трансляция, непосредственная сборка белковой молекулы. Процесс начинается с соединения молекулы информационной РНК с рибосомой. В рибосому вмещается отрезок информационной РНК, состоящий из двух триплетов – то есть из шести нуклеотидов. Аминокислоты доставляются к рибосомам с помощью транспортных РНК. Транспортные РНК и аминокислоты находятся в цитоплазме клеток в свободном состоянии и в большом количестве. Для каждой аминокислоты необходима своя транспортная РНК. При помощи специальных ферментов происходит распознавание соответствующих аминокислот и транспортных РНК и их соединение. После этого транспортная РНК со своей аминокислотой входит в рибосому и соединяется антикодоном по принципу комплементарности с соответствующим кодоном информационной РНК. Одновременно в рибосому вмещается две транспортные РНК со своими аминокислотами. Аминокислоты внутри рибосомы сближаются и соединяются друг с другом при помощи фермента. Первая транспортная РНК освобождается от своей аминокислоты и покидает рибосому. А информационная РНК передвигается на три нуклеотида. Вторая транспортная РНК уже с двумя аминокислотами передвигается на место первой, а в рибосому входит следующая транспортная РНК со своей аминокислотой. Весь процесс многократно повторяется. Сборка молекулы белка прекращается,
когда в рибосому попадает один из трех кодонов, не кодирующих аминокислоты. Это стоп-кодоны. С этими кодонами не связывается ни одна транспортная РНК. В результате синтезированная полипептидная цепь отделяется от транспортной РНК, информационная РНК высвобождается из рибосомы, и синтез заканчивается. Обычно вдоль одной молекулы информационной РНК движется сразу несколько рибосом, образуя комплекс полирибосому или полисому. При этом одновременно синтезируется несколько одинаковых молекул белка. На самом деле этот процесс чрезвычайно сложен. Он включает многие факторы, которые влияют на выбор той или иной аминокислоты, вызывают синтез измененных молекул белка с совершенно другими свойствами и функциями. Это, безусловно, имеет огромное значение для правильного течения жизненных процессов. Итак, ребята, мы с вами сегодня определили, что такое ген, узнали, что представляет собой генетический код, рассмотрели все этапы синтеза белка. Обратите внимание на информационные ресурсы, которые были использованы для подготовки к уроку. Надеюсь, вам все было понятно и интересно. До свидания, ребята!